Искусство венечного массажа. Как много здесь можно всего сказать, а тем более показать. Что же самое главное в бане? Многие спорят. Кому-то пар, кому-то печка, кому-то веник, кому-то ароматы, кому-то банчик или парильчик. Но все же в бане самое главное – это наш гость. Самый единственный, неповторимый, самый наш родной и близкий. У нас сегодня гость – наша Катюша, которая любит баню и пришла в баню вместе с папой. Пар поднимается вверх и наполняет пространство нашей парной. Наполняя пространство нашей парной, заполняя полностью все пространство, пар медленно опускается на человека. И тогда с помощью веника мы берем этот пар и медленно опускаем этот пар, прогревая и прикасаясь к телу, знакомя Катю нашу с нашими ароматами и с нашим теплым паром. Но начинаем веничный массаж. Мы обязательно с пяток. Прогревая пятки, нагревая веник вверху и снова прикладывая на пятки, тем самым прогревая стопы, мы ускоряем периферическое кровообращение по ее телу. Голова в холоде, ноги в тепле. Таким образом мы делаем улучшение обмена веществ через прогревание ее стоп с помощью теплого веничка. Можно держать снизу пятки другим веником. В веничном массаже мы используем различные приемы. Это и попеременные похлестывания. Это и припарки. Припарки компресс. Мы нагреваем веник вверху, захватываем теплый пар и опускаем на спину, на стопы, на ягодицы, на плечи. Мы можем использовать с двух сторон тепловое опаривание нашей Кати. Когда тело нагревается, оно покрывается потом и испариной. И нам необходимо снять этот пот и стряхнуть. Снять этот пот и стряхнуть. Расслабить тело растяжечкой и стряхнуть. Вот наш веничек, запаренный, хороший. Он пушистый и легкий. Мы держим практически его двумя пальцами, прикладывая руку. И движение веником должно быть легкое и удобное. Это как дирижерская палочка. Движение происходит не только предплечьем, но и кистью. Мы создаем вращательное движение, нагнетая воздух. О чем мы должны помнить и о чем мы должны знать на веничном массаже? Мы обязательно делаем веничный массаж индивидуально каждому человеку. Кому-то больше тепла, кому-то меньше тепла, кому-то более жесткий массаж, кому-то мягкий. Младенцу вообще минимальные движения тепловые. Мужчине, сибиряку, может быть действительно ядреный, взрослый веничный массаж. Уловили его этот порог и принесли на тело. Хорошо, хорошо. Не касаясь, нагнетаем тепло и прогрев, и компресс. И еще разочек. И снова тепло, и снова. И чтобы она не перегрелась, обязательно снова прохладная водичка. И прохладной водичкой сбрызнули, стянули, стряхнули. Очистили поры снова от водички, стряхнули. О! Ой, хорошо! Так хоть никогда не паривать. О! Когда мы попарили так человека, нашего гостя, мы, конечно, его садим сначала, помогая и подстраховывая, для того, чтобы нормализовалось кровяное давление. Катюша берет еще венчик, через который продолжает дышать. Мы подбрасываем немножко парку. Вот. И снова
Прогреваем спинку. Прогревая спинку. Прогревая ножки. Ножки. Опускай. Прогревая животик. Спускай. И ведем ее за ручку, подстраховывая в бассейн. С прохладной, холодной водичкой. Бассейн как процедура контрастная обязательно и необходима. Потому что как раз только бассейн, только ледяная прорубь, только снежный сугроб и способны сократить капиллярную систему с теплой, чистой, свежей кровью, 30 ее там процентов, чтобы капилляры сократились и толкнули тепло, приобретенное в бане на месячный массаж внутрь нашего организма. Более опытные парильщики, банщики или гости, конечно, не нуждаются в постороннем уходе в бане, но тем не менее следует соблюдать правила безопасности и осторожности. Легкого вам пара!